Segway новом сайте хочу показать вам проблему с выпадающим списком артистов. Значит, зайдем на детали товара. Вот, значит, вот тут вот категория, жанр, мы видим вот этот вот список. А тут он просто как выпадающий. Сейчас я эту страницу перезагружу. Минуту перед после второй перезагрузки все равно как выпадающий, значит, список отображается, и только там после нескольких перезагрузок уже он подгружается в нужном виде. Если сейчас получится, я не знаю, посмотрим. Вот, значит, получается, только с третьего раза он открылся в нужном виде. И вот тут я уже могу там выбирать несколько артистов сразу. Но клиенту как бы это все равно неудобно. Вот он показывал, как показывает на видео, как в старом это сделано. На старом сайте работает. It is right now just replicated. And what that entails is being able to just select an item and then seeing it appear in this column on the right. These were all customizations that you guys did for us when we were having this first build. The ability to be able to see which ones we select before we save an item is very important. Sort before we save a listing is very important. To select and then see that that's what we selected is great. То есть он говорит, что вот этот вот как бы так, список. То есть он говорит, что тут, конечно, можно все выбирать вот по этому списку, но им потом неудобно просматривать, например, если они там первый выбрали первого артиста, потом, значит, прокрутили, выбрали там второго, там прокрутили, выбрали третьего, они не видят, что они выбрали потом, и это им неудобно. Им нужно, чтобы потом вот они весь выбор, который они сделали, чтобы он отображался вот в поле в соседнем. Точно так же и здесь с жанрами.